кочевки или намады, или пчелы-кукушки, один из крупнейших и распространенных по всему миру род пчел, включающий более 700 видов. Длина самок 7-11, самцов 8-11 мм. У самки голова и грудь сверху почти красные, тиргит и брюшко светло-красные, второй, третий с большими желтыми боковыми пятнами, четвертый с желтой перевязью, иногда прерванный. Задние голени на вершине с 4-6 длинными, не одинаковыми, обычно светлыми шипиками. Опушение промежуточного сегмента и задних бедер снежно-белое. Крылья сероватые. У самца рукоять усиков спереди обычно светло-желтая, редко черная. Щиток часто с двумя красными точками. Тиргит и брюшко коричнево-красные, с более-менее сильно затемненными вершинными частями. Второй, третий с большими желтыми боковыми пятнами. Четвертый, шестой с перевязями. Гнездовой паразит некоторых видов андрен. Обнаружив гнездо андрены, намада подлетает к входному отверстию и определяет, находится ли в гнезде хозяйка. Если андрена в гнезде, то намада отлетает на расстояние 5-10 см от гнезда, садится и ожидает, пока пчела не покинет гнездо. Если в это время какая-либо другая намада также обнаружит это гнездо, то первая прогоняет соперницу. Намады откладывают яйца только в ячейке с почти полностью сформированными хлебцами. Найдя гнездо андрены, намада откладывает свои яйца во все ячейки по мере их изготовления хозяйкой. Яйцо намада откладывает в специально изготовленное углубление длиной 5 мм на боковой стенке ячейки в 3-4 мм от ее входа. При изготовлении углубления намада обычно надламывает облицовку ячейки и поднимает ее с кусочком стенки вверх. Стадия яйца продолжается 11-12 дней. Выйдя из яйца, личинка падает на дно ячейки и питается хлебцем. Каннибализма между личинками паразита и хозяина не обнаружено. Имаго питаются нектаром в апреле-мае на сережках ивы белой.